Ну что, друзья, очередная трагическая новость в российском шоу-бизнесе. Мы, к сожалению, сообщим вам сейчас очень страшную новость. За годы своего творчества всем известная российская советская певица Лариса Долина успела завоевать сердца многих из нас. Сегодня в 5:30 утра Лариса Долина была в срочном порядке прооперирована в одной из больниц города Москвы. Сообщается о том, что на данный момент она находится в очень тяжелом состоянии в 22-й городской больнице. Что же произошло с певицей, никто не знает. Родственники всячески пытаются скрыть эту информацию и уйти от нашего вопроса. Мы будем держать вас в курсе, друзья, этих событий. Надеемся, что уже завтра в нашем выпуске появится свежая информация, в которой вы сможете узнать более подробней об этой всей трагедии. До скорых встреч. Берегите себя, родных и близких.